Приведи себя нормально. Ребята, привет! Никитос уже совсем оборзел, он ведет себя отвратительно. Я? Да, ты! Совсем от рук отбился. И я, кстати, знаю почему. Потому что у него никогда не было старшего брата. Не было и не было. Это вообще здесь при чем? Это просто ты слишком нудный и слишком скучный. Оп. Вот опять, что ты делаешь? Чтоб тебе жизнь сладкой не казалась. Я бы знаешь, кого позвал? Макса! Чё? Макса? Да. И сегодня он будет твоим старшим братом. Понял? Молодец, значит, ты нашел себе компанию на целый день. А я гулять. Здорово, младший брат. Отнеси сумку. Привет, Макс. Пока, Макс. Ты, видимо, не в курсе. Дима пошутил насчет сегодняшней идеи. Я гулять. Чего? Куда собрался? Чуть-чуть погулять. Вы пока с Димой там чай попейте. Хочешь? Он очень гостеприимный. Да, а я твой старший брат. Еще раз сумку взял и на место поставил. Здорово, Дим. Правильно, вот так его, Макс. Че, плохо ведет себя? Да вообще отвратительно. Как думаешь, есть шанс? Я думаю, есть. Тем более у меня хороший опыт. Ладно, гулять, может быть, я и не пойду. Пойду в свою комнату. Я, в принципе, и сам передумал гулять. Там сейчас морозы. Сумку, кстати, Макс, тебе в комнату отнесу. Видишь, все достаточно просто. Не знаю, Макс. Мне кажется, тебе будет тяжело. Удачи. Я по делам пошел. Давай. Тоже мне нашелся. Хозяин моей жизни. Йоу! Сейчас буду сидеть дома, ладно, один день, ничего страшного, не случится. Тем более ему скоро надоест, и он от меня отстанет. Йоу, кто на эти улицы вышел? Никита гангстер, ого! Йоу! Вау, получай, хомяк! Опа, злой Шрек, ты че сюда пришел? Уйди отсюда! Ноль урона, ты чё, читер что ли? Патроны кончились? Да, ну я пойду рукопашку. Ладно, я тебе поддался. Так, давай, заканчивай игры. Во-первых, ты уроки сегодня сделал? Нет. Тогда зачем ты ерундой занимаешься? В первую очередь, надо сделать уроки, заняться чем-то полезным. А ты бездельник, вообще ничего полезного толком не делает. Не понял, а ты что так командуешь? Ты вообще-то не моя мама. И, кстати, мне старший брат не нужен, поэтому... Да уйди! И, кстати, ты слышал, что большой шкаф громко падает? Ага, маленькая тумбочка далеко летит. Давай марш на кухню, позавтракаешь, а потом займемся делом полезным. Мечтать не вредно, кстати. И я сейчас ухожу, потому что я так захотел. Уверен? Ладно, я ушел. Ой, сейчас беспорядок за ним убирать, а? Ну что, на то я и старший брат, правильно? Где она? Эй, была же здесь. Может, я перепрятал и забыл? Ребят, у вас бывают такие случаи, что вы что-нибудь спрятали, то, что вам нужно, а потом забывали? Точно, в диване! Опа! Не понял, одна пачка? А куда остальное делось? Чё в диване копаешься? Это ищешь? Это мой попкорн! Да, твой? Кто сказал? Здесь не написано. Вот, тут написано. Крази зебра. А то, что это Никитина, не написано. Как это не написано? Это я заказывал. Здесь по-любому где-то должно быть написано. Значит, внутри. Ну и пожалуйста, где тут хоть что-то написано про Никиту? Должно быть. Это я лично заказывал. Вот это на Озоне, это на Вайлдберрисе. И должно быть для кого написано. Эх, молодежь, всему тебя учить надо. В соседнем магазине продается. Ну, я не знал. Но это все равно все мое. Ну-ка, руки убрал. Так, давай сыграем лучше в игру. Хочешь это все? В смысле хочу? Это мое. Раз я старший брат, значит все мое. Но мы можем сделать все честно. Отберешь эту пачку у меня, и это все останется твоим. Готов? Готов. Эй, ты что, решил ее съесть? Как вкусно пахнет. Отдай. Какой классный вкусный круглый попкорн. Жалко, что младшему брату не достанется. А знаешь что, я не хотел по-серьезному играть. Но, видимо, придется. Да? О, моя пачка.
А знаешь что? Мне не нужен твой попкорн. Да? Ну поделись со мной, ты же мой старший брат. Ладно, убедил. Покажу пример хорошего старшего брата. Поделюсь с тобой, так и быть. Это ты молодец, что одумался и решил поделиться. Я уже был готов применить суперсилу. Да, твоя суперсила — принести тарелку. В общем, сейчас поделюсь с ним честно и поровну. Это, как я понял, ты для себя, да, в тарелку, а да, мне все остальное. Попкорна у нас много, да? Да. Вот что все честно, поровну. Ну честно же, ты доволен? Кушай на здоровье. Ну это ни в какие ворота. Ребят, а вот ваши старшие братья также поступают? Вот мой лично вообще офигел. Вы напишите в комментариях. Вообще займемся справедливостью в этом мире. Соберемся самые младшие и как наваляем самым старшим. Ого, привет, Дима. Как у тебя дела? Нормально. А у меня, например, все плохо. Макс реально перегибает палку. Это была плохая идея сделать его моим старшим братом. Во-первых, Макс не может перегибать. А во-вторых, это пойдет тебе только на пользу. Чего? Чтоб ты понимал, он отнял у меня все мои запасы Крейзи Зебры. Я не верю, что Макс может перегибать палку. А ты приходи и сам убедись в этом. Давай сегодня ко мне на ночевку, а? Ладно, все равно делать было нечего. Приеду. Давай, жду. Как они в это играют вообще? Приручить лошадь. Пробел F. Не понял. Макс! Собрать древесину, построить хижину. Угу. Так, Enter. Эй, Макс, я к кому обращаюсь? Ты что, офигел? Это мой комп, моя комната, мои наушники. Ага. И твой старший брат. Ты не мой брат, поэтому отдай мой комп и свали отсюда. Поиграть да хочешь? Угу. А ты посуду помыл? Нет. А мусор вынес? И не собираюсь. Собираешься. В общем, у тебя есть 5 минут. Если этого не сделаешь, вообще компьютер сегодня не увидишь. Пошел. Так, Макс, я, конечно, понимаю, что ты мой старший брат, но я так никогда не делал. Даже мама меня не заставляла мыть посуду и выкидывать мусор. Ты что-то сказал? Я не слышал. Так что давай, делай дела. И вообще, ты еще пожалеешь. Слышишь? О, крипер. Наверное, мой новый друг. Так, пойду поздороваюсь. И вообще-то нельзя подходить к криперам, они взрываются. Ой, проиграл. Ну ладно. Это мой аккаунт. Ой, лучше во что-нибудь еще поиграю. Не такое сложное. Здесь еще мороз. Ну ничего, я этому Верзиле покажу. Здорово, Никитос. Здорово. Ого, ты сам мусор выкидываешь? Да у меня Макс компьютер занял. И говорит, пока мусор не выкину, не отдаст. А ну-ка, подожди, повернись на меня, я тебя сфоткаю. Зачем? Ты что там делаешь? Да так просто, для телеграма. Да ну, удали. Обойдешься. Не, я смотрю, тебе старший брат на пользу все-таки идет. Мусор стал выкидывать. Молодец, Никита. Да-да-да, сейчас посмотришь, на какую пользу он идет. Ты знаешь, что он сделал? Ну, что? Он за мой аккаунт подошел к криперу и взорвался. О, это жестко. Ага, мне теперь заново майнить эти ресурсы. Да ладно, что ты? Старший брат, это все равно круто. Он тебя, если что, защитит. Вот ударь мне. Зачем? Ударь. Защитил? Он даже не знает, куда я пошел. Я же образно говоря. Ты если ему скажешь, он тебя обязательно защитит от хулиганов. А у тебя с хулиганами постоянные проблемы. Эй, нет у меня никаких проблем. Пойдем, пойдем, я тебе покажу, где он. Иду. Ну давай, ну. Опять проиграл, да ё-моё. Вот, смотри. Эй, Макс. Я, если что, выкинул мусор. Давай, освобождай компьютер. А, да? Молодец, дай 5. Не, ну ты посмотри, что он делает. Он издевается надо мной. Посуду помыл? А, Никита, посуду помыл. Вы что, сговорились, что ли? Давайте так, выкинул мусор, поиграл. Потом помою посуду, еще поиграю. Условия. Хочешь другие условия? Если ты сейчас за минуту не помоешь посуду, ты будешь отжиматься 1000 раз. 59, 58, 57. Минуты — это жестко, Макс. Да, минуты — это жестко, Макс. Ты еще здесь? У тебя 50 секунд. Макс, а ты не перегибаешь? Дима, у меня есть опыт. К концу дня он будет как шелковый. Ну, ладно. Я вообще не понимаю только одного, ребят. Макс здоровый, и из-за этого он считает, что он может правила свои диктовать. Мне вот кажется, что он не во всем прав. Нет, ну я ему еще покажу. Ну ладно, пока помою посуду.
Фух. Ну и как ты моешься? У самурая нет цели. У самурая только путь. Ну, по-своему он моет посуду. Молодец. Идеально чисто. Макс, я в шоке. Что случилось? Он реально всю посуду помыл? Ты как это сделал? А, ты об этом. Обычная схема старшего брата. Лишить младшего – самая любимая вещь. А что сейчас любят младшие братья? Играть в игры. Не, ну, ты красавчик. Все, я помыл. Так что теперь давай мне поиграть. Вот красава, теперь пятюню так и быть дам. Молодец, учишься на ходу. В общем, играй, но недолго. В общем, играй, но недолго. Ты как-нибудь отреагировал? Что? Не говори спасибо, брат. Спасибо, не за что. Я же ей не смогу больше играть. В следующий раз поставлю фофан. Справедливо. Наконец-то. А давай игры на двоих. Че? А больше ты ничего не хочешь? Да ладно, Никитос, хватит обижаться. В смысле обижаться? Ты вообще-то Макса привел. Я сейчас его позову и скажу, что ты не делишься. Хочешь поиграть со мной? Да. Так, игры на двоих. Играй, играй. Все, я запустил, давай. Ты красный. Да встал я уже, давай. Ну, прыгай. Так ты отпусти. Так ты на кнопку встань. Так ты отпусти. А, Б, теперь сейчас ты... Сейчас стул возьму. Так, мусор выбросил, посуду помыл. Молодец. Так, полчаса. Угу. Пока телек посмотрю. Давай, 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 давай. Никитос, давай это все. Что-то я устал. В смысле, давай еще одну катку. Ну ладно, давай быстренько. Давай последний уровень. Ну что, ребят, время вышло. Давайте, освобождаем компьютер. Сейчас, тут еще чуть-чуть. В смысле? 30 минут всего лишь прошло. Ну, все правильно, 30 минут, а ты сколько хотел? Ты что, у нас катка была, нам теперь бан могут дать. Ну, это твой аккаунт, тебе бан дадут. Я понимаю. Так, а я не понимаю, ты что со старшим братом пререкаешься? Да потому что ты достал, я вообще сейчас маме позвоню, ей все расскажу. На, звони, не забудь сказать, что в компьютерные игры играешь. А ты думаешь, мама мне не разрешает в компьютерные игры играть? Иди, иди, звони, она на даче как раз, недоступна, вперед. Да вот, да... Давайте, занимайся чем-нибудь полезным, я пойду внизу в интернете посижу. Вот почему ему никто ничего не запрещает, а? Потому что он старший брат. У старших братьев есть такие преимущества. Это все из-за тебя, понял? Да ты просто не замечаешь. Тебе это на пользу идет. Офигеть, какая польза целый день без компа сидеть. Это же глупо. Ну давай отвлечем тебя от компа. Погнали в ТЦ, шмоток тебе новых купим. Ну идея классная, но денег у меня сейчас нет. Подожди, у тебя же бизнес был. Да бизнес потерялся, прогорел. Нет больше бизнеса. Как прогорел? Тебе же мама за каждую пятерку 500 рублей давала. Ну я двойку получил здесь недавно за поведение. Ну и проект закрыли, контракт расторгли. Понятно. В общем, мама тебе больше денег не дает. Я же тебе так вначале сам и сказал. Бизнес прогорел. Так слушай, подожди. У тебя же теперь есть старший брат. Попроси у него денег. А он типа должен давать? Ну, конечно, старшие братья должны давать младшим деньги. Хочу, это идея. Если я посуду мою, пусть он платит. Правильно? Правильно. Пойдем, сейчас так ему и скажу. Макс! Да. Я понял свою ошибку. Слушай. Я не мог признать, что ты мой старший брат. Но я понял, что ты самый лучший старший брат. Понятно. Что на этот раз нужно? Дай денег. Макс, короче, ты старший брат, поэтому давай мне деньги. Мы хотим в ТЦ поехать, шмотки себе поубирать. А, понятно, деньги. Кто бы сомневался. На что тебе деньги нужны? На вещи. Хорошая мысль. Значит, хочешь одеться, да, помоднее? Да. Есть идея. Подожди минутку. Ты, кстати, побольше возьми. Мы там в дорогие магазины пойдем. Да, да. Да. Красава, прям мужик. А я тебе про что? Голова. Ну, как-то слишком он легко согласился.
Целая сумка. Целая сумка, да. Денег. Да, целая. Классных и новых вещей. Какие еще вещи? Здесь же деньги. Я их носил, ну, максимум год. Так что они новые. Ну, почти. Не за что. Научу еще спасибо тебе говорить. Мне кажется, у вас недопонимание. А мне кажется, что это разводняк. В смысле? Вообще-то младшие братья всегда донашивают до старшими. Ты их хоть открой, посмотри. Да ладно, открой, может там классные шмотки. Я у своей старшей сестры, знаешь, какую классную куртку урвал? Пойдем посмотрим. Давай там быстрее, сколько можно переодеваться? Никита, мы тебя ждем. Да иду я, иду. Модель первая. Подожди. Ну, в принципе, нормально, но мне кажется, на вырост, да? Ну да, ну да. Давай, следующее. Следующее. Тебе кажется, на вырост? Да сюда Дима влезет. Тебе цвет футболки не очень идет. Давай, следующее. Ну как? Покрутись. Ну, не знаю, что-то мне не нравится. А мне нравится. Ну да, мне тоже нравится. Ну вот. И что, мне в этом ходить теперь? Ну да, модно, практично, самое оно. Брат, холодно на улице, там еще олимпиечка оденешь, чтобы потеплее было. Реально, Никита, там вырос? Вообще, это сейчас модно, оверсайз. Ясно, ты просто зажал денег. Да, не угодишь. Ну что там, Никитос? Я готов. Погнали на улицу погуляем. Ага, сейчас. Я так никогда не выйду на улицу. Погнали в комнату. Да ну тормози. Так, в общем, я своими делами сейчас займусь. А вы сходите, подышите свежим воздухом, погуляйте. Макс, ты что, издеваешься? Специально, да? Что специально? Целый день дома сидишь. Иди погуляй. Давайте, давайте. Дим, я надеюсь, сегодня немного людей. Ты там был же. В смысле? Там полно народу. Выходной же. Дурацкий брат. Эх, тяжело быть старшим братом. Че ты грустный такой? А сам как думаешь? Потому что не нравится. Угу, старший брат у меня появился. Ни в комп не поиграешь, ни сладости нормально не поесть, ни денег не дает на вещи. Да нашу вон за ним, как пугало огородное. Да ладно, привыкнешь. Ага, привыкну. Это вообще-то, между прочим, все из-за тебя. Ну знаешь, ты сам мне выбора не дал. Я выбора не дал? Ты вел себя отвратительно, никого не слушал, шутки свои вот эти постоянно вставлял, спорил со всеми. Да? Ну что, помогло твое вот это старшего брата позвать? Теперь он с нами тусуется постоянно, ничего сделать нельзя. То есть ты не признаешь то, что ты себя вел плохо? Ты просто бочку дальше продолжаешь гнать. Нормально я себя веду, и вообще, друг называется. Ну и тусуйся здесь один. Ну и буду, и вообще сам с ним разберусь. Ага, посмотрим, как ты разберешься. Я с вами двумя вообще разберусь. Ребят, короче, план есть. Макс почему мной командует? Потому что сильнее и здоровее. Вы видели, какой верзило? Я тоже стану громилой гигантским. Пойду сейчас покачаюсь немного, там часик-два. И приду, и вот так их двоих. Туда, как котят. Фигня какая-то. Раз. Да не. Низко. Высоко. Дурацкое. О, капитан! За проезд передаем! О, туда! Оп-оп-оп-оп! Бип-бип! А, не, ребят, смотрите, я диджей. Ладно, что-то я заигрался. О, а это подойдет. О, чувствую сила. Еще. Ну все, Макс, держись. Макс! Открывай! Махаться будем! Выходи или боишься? Что, совсем делать нечего? Здорово! Ясно. Эй, не уходи, когда я с тобой разговариваю. Сюда подойди. А,
Ладно, я сам подойду. Мне нужен мой компьютер. Ну ладно. Я предупредил. Последний раз предупреждаю. Что там воздух какой-то? Нагулялся, надеюсь? Ну все. Что было? У меня кружка чая крепче твоего удара. Фух. Это я так размялся. Ну все, лови настоящий удар. Че, даже не больно? Мало, ты бы остановился, а? Что такое? Что ты хочешь? Я тебя больше не боюсь, так что отдай мой компьютер. Ну а если не отдам, что будет? То будет третий удар, понял? И в этот раз уже жалеть не буду. Ну что ты разлегся? Иди давай делай уроки. Да тебе просто повезло, что именно в тот момент, когда я моргал. Ты еще здесь? Ты плохой старший брат, понял? Ой, все младшие братья говорят так про своих старших братьев. Достал, качок тоже мне. Мне силы его точно не победить. Буду брать хитростью. Ну, берегись, братец. Как-то сложно. Не понял, что за звуки? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Я... Ты что, там видео снял, что ли? Да я не снимал, как ты своими девчачьими танцульками занимался. Да не девчачьими, это тоже спорт. Вон, спортивные танцы, аэробика. Да, телефон да, да. Отдал? Расскажи мне. Телефон отдал? Телефон мой. Так, вообще, а ну стой на месте, иначе я в тебя пальну. Телефон, быстро, на стол. А ничего, что ты у меня и так все забрал. Компьютер, попкорн. Если ты не будешь меня слушаться, я заберу телефон и не отдам его больше. Все, достал. На, получай. На, погода. Так, Макс, ты главное не кипятись. Макс, стой. Все, давай решим все миром. Телефон. Все, ты меня разозлил. Испугался, да? Хочешь, чтобы я тебя так же согнул? Уф, да я не из-за этого испугался. Это просто любимая сковородка мамы. Как любимая сковородка мамы? А что ты мне не сказал? Так ты ее так быстро... А мама ее, кстати, очень любила. Ой-ой-ой, что будет, когда я маме расскажу? Так, не вздумай. Давай договоримся, я у тебя не буду телефон забирать. Ну нет, ты подожди. Я же не могу маму обманывать. Ты меня хорошему учил. Так, малой, хорош. Давай тогда как-нибудь, ну, найдем компромисс, договоримся. Ну не знаю, только если, конечно. Ну говори, что хочешь уже, ладно. Ноут вернуть, ну вон, забирай, ладно. Ну не то что, ну вот это само собой, конечно. Хочу три желания, как у джина. Ты будешь моим джином. Хитрые желания. Че, офигел, что ли, совсем? Ой, мама как раз говорила позвонить. Ладно, ладно, ладно. На, спрячь куда-нибудь. Спрячу, конечно. Давай только быстро и думай быстрее свои три желания. Стой, стой, стой. Оп. Так, все, сфотографировал доказательства. Мало ли, да? Все мы знаем, кто такой Макс, мало ли. Так, первое желание. Управляешься с этим бездельником? Тссс. Никита YouTube смотрит. Просил не отвлекать. Тише. Чего? Макс, я не понял, а где мой сок? Несу, мой младший любимый брат, свежевыжатый сок, как ты любишь. Макс, ты что делаешь? Недостаточно температуры, подогрей. Он тогда не такой вкусный будет. Ладно, оставляй. Да, и мы скоро собрались идти гулять, помнишь? Помню, помню. Что здесь происходит? О, Димочка, проходи сюда, присаживайся.
Сок хочешь? Если что, Макс принесет. Может быть, ты мне объяснишь, что происходит? Ничего. Братца вот перевоспитываю. Правда? Да-да, братец, а то плохо себя вел. Ах, ладно, ролик, кстати, классный. Пойду гулять. Держи. Угу. Иду, иду. Что? Гулять. Понял. Понеси меня, Макс. И это только второе желание. Я помню. Да, перевоспитал.